Сегодня у нас 25 июня, утро, это после завтрака, после 7 часов. Вот батюшка выводит своих собак на прогулку. Ты куда пошел сейчас? Собак выгулить, они два дня не выгуливали. Ну ладно тогда, потом как-то придем. Я что-то отвечу только, нет? Не надо мне совсем, вы заказывали. Вам ну ладно, так может быть что-то это надо было. Вот 280. Я хотел у тебя, ну раз ты поезжаешь, маленько записать, как сначала там еще там был разговор-то? Где, какой? Ну, догматы, как это? Ну, там они Дыбунов с Сергеем там стали разбирать догматы, там это вот, что догматы, точно не... Я пошел тогда, у меня словарь был там, вот. Это, как там, по-моему, Ефрона Эльгауза, что ли, там? Ну, я принес там уже, ну, потом тебе позвонил. Ну, а, нет, они, видишь, как они... Если Дыбунов сказал, что все, он хоть и нет, он будет биться до конца, я прав, и все. И, а то там женщина вступает, он... Женщины не, там не имеете права говорить, там. Ну все, так вот. Такое. Ну и ничего, потом все. Разошлись. Моему, когда ты сказал, что я ответил-то? Ну да. А они тогда? Ну вот, там кто? Тоже из сестер-то это. Лена Политыкинская. Во, видишь, я же это говорил, что так. Немерич. Сухому Алтаю. Ну, так вот, примерно так. Значит, там прошел большой ураган по Барнаулу-то. Объявили чрезвычайное положение, да, по центральному району. Там все завалено этими деревьями. Мы поехали вчера в краевую больницу к Насте-то, там кое-как доехали, везде эти дороги, тополя валяются там, на домах, на дорогах. У нас рядом, где сосед слева, это где сгоревший, а следующий дом, на его дом упал прямо этот тополь большой, с корня вывернуло. С этой стороны дом частный, тоже на его там упал тополь. Теперь эти... А на нас не упал? На нас упал большой сучок, лежит на крыше. МЧС должны убрать. Позвонили, что отломило. Один сучок большой перебросило сюда, прямо к веранде. И где эти-то висели все проводки, там это все на этих проводках он повис. Повис. Ну, большой сучок такой. Оттуда принесло. А который идет интернет на телефон. И какой там и провод с такими еще. Да, да, да. Все да. На это оборвало. Ну, не оборвало. Оборвало там и все. И этот... Витя говорит, ну сейчас, говорит, без этого будем, пока, говорит, сейчас мне некогда делать, говорит. Ну некогда, да. Сейчас пока в городе поправятся, тогда они маленько. Ну да, настаивают. Это действительно. Напротив магазина «Ультра», где здесь, как выйдешь на этом, ну, где мы выходим Гоголя. На остановке-то. А? Гоголя. Да, Гоголя и Ленинца. Кран упал. Прямо сюда упал, немножко повредил здание, где этот бракосочетание, дворец. Захватил, повредил. И крановщик погиб. Да как? Крановщик погиб? Ну. А как они могли пропустить? Он же зарождается. Никто. Где-то. МЧС не сообщили. Не было этого ничего. Внезапно. Ну как Америка-то сообщает? Там какое название? Торнадо? Ну, там видишь, там по-другому может быть. Это нигде. Он захватил вот это. Я звоню сюда. Есть? Нет, говорит, у нас, говорит, чуть-чуть крапит. Все, нигде. Он захватил это. Виктор Андреевич, говорит, у нас, говорит... Дачи, говорит, сейчас нету. Все, говорит, перемешало там, говорит, и теплицу, все, говорит, перемешало, говорит. Где? Виктор Андреевича, там дача была где-то. А, дача. Дача, там дачи всех, там, он по даче, по горе прошел, там, на горе что есть, там, ой-ой-ой. Я считал, в Горьковской области люди были на поле, и в это время видит, говорит, на безоблачном небе появляется облако, говорит, чернеет, и прямо напротив села, говорит, начало стремительно опускаться вниз. Вырывали там столетние деревья, говорю, дубы с корнем, прям мчалось через деревню, только через деревню, говорит, и сразу исчезло, тут вообще необъяснимо. Ну вот и здесь так, вечером было хорошо, тихо, и вдруг я слышу, сижу там, как загремело, как что-то бабахнуло по крыше, я вышел на веранду, ой-ой-ой, вот верить нет, вода идет, дождь, если вот так залезть на крышу и с ванной, с большой воды выливать, в эту веранду, вот. Сплошным потоком идет эта вода и молния, как вот от одного края вот так вот горизонт до другого, как сверхнет, сверхнет. Потом вот так вот, так. Там ужас еще. А там мы когда посещали, книги привезли Рамзану Кадырову. Ну, разговаривали, веселые, и все, и вдруг как пошел гром, дождь, молнии, ливень, по дороге, кажется, машину смывает. Ну и вот и это.
Там это большое, бедствие это большое, да. Этот на углу Ползунова и Ленинского, это большой магазин-то, 7-й континент. Да-да. С того края, как завернуло крышу, 50 метров, наверное, и все на земле. Они вся крыша. А погибших не писали? Ну нет, не писали. Там машины многие побило, машины там, где упали там. Ну, понятно. Деревья. Вот один крановщик погибший. Вот. И там эти как раз, сегодня я слышу, сообщаю там, ну, выпускной вечер там эти выпускники праздновали там в парке-то. Ну, да. Ну там палатки натянули, там, видать, все там. Ну, столики, кафе. И вдруг, говорит, как это налетело, все это. Они палатки давай удерживать там это, а кафе там. Позвонили в МЧС, МЧС приехал только через 1.5 часа. Ну там у них кто был с ними, там старший руководитель, он говорит, там руководил, что никто не пострадал там, как они где-то укрывались там. Ну это страшно, что было. Он там вот так вот эти, если берешь это, она бы вот так аж гнула, то их вот так бы гнула. Вот эти ели, которые там возле этого Газпрома-то стоят. Да, да. Три ели с корнем вывернуло, лежат, одно на здании, другие так. А две так вывернуло, не совсем они наклонились. Это большие ели-то видели, Саид? Ну да, еще. Я ну, вот, не вижу. Поворачивало, три ели совсем вывернуло. Ну, значит, Господь дал знать о себе. Да. Вот так вот. У Надежды Васильевны где с той стороны, изнутри, там шиферины три сорвало. С угла, лежат здесь на земле. Ну там покроют хоть? На сарае. Ну, я не знаю, говорил я, но покроют, не покроют. С той не стороны? Там. Да. Да как от Надежды Васильевны до меня недалеко. Вот так вот. И на сарае один шифер сорвало. А, еще сказали, что этот... Умывальник подняла и на крышу положила вот у туалета, что-то такое. Да нет, нет, его да? Просто свалило, он и лежал, умывальник. Стоп. Ну стоп, он гнилой был. Гнилой, да. Нет. Уже не говорили, значит. Да нет. Смотри, посмотри, что творит. Да-да-да. Так, я что подумал? Мамка. Поговорить сейчас хочу по телефону с председателем сельсовета, с этой Людмилой Алексеевной. Она хотела приехать, как-то узнать, как приехать. И потом... записать ее в свидетели, потому что там про нее много в этом сказано и угрозы. Свидетели, какие свидетели? А, ну суд-то будет как, я на прокурора подал-то. Ну, я не знаю, ее навряд ли стоит, что она будет свидетель, она же... Ну, свидетельство, да, что нет. Она была, видела это дело, что ничего ломать тут не надо. Я своими глазами видела, потому что ей дает он указание, что непременно, чтобы... Она должна сломать это все, и она ответит там, как же это ломать-то, с чего разве-то. Тем более, это, на это у меня документ есть, что мне земля дана. А во-вторых, рейдерские захваты земель, это закон пришел намного позже. Документ-то твой давно, он уже силы-то не имеет. Имеет? Да нет. Да еще, ну, как он не имеет, допустим, ладно. Ну тебе году... в 90-м году на 10 лет, он в 2000 году кончился. Дальше, после... дальше еще кончилось. Ты должен был продлить. Не надо продлять, деревню пришло. Деревня, ну, эта земля отошла. Дальше, теперь смотри. Как это так? Вот в 90-м году дали, я сразу стал в 91-м уже застраивать, ставить там эти кели, то другое. В законе разве было, которое дали, не обговорено, что я теперь 10 лет пройдет, я ломать буду. Речь идет о том, что сломать-то. Да не было. Я теперь обхожу и поехал в Кулебе. Я говорю, вы когда давали, думали, что я буду? Так мы для этого и давали. В образе, что я. А что через 10 лет ломать? Как ломать? Ну, говорят, ломать это другое дело-то. Ну, вот, ну, это... Далее-то 10 лет это означает, дальше продляй хоть сколько. Ну ты ничего, это сейчас объясню, я-то это все понимаю. Я тебе говорю, что тебе... Но они-то руководствуются только тем... Нет, он ничем не руководствуется, злобой одной. Ну, как так? Злоба, закон их поддерживает. Да нет, закон не поддерживает. Он тебе статью его. Подставит. Еще раз говорю, где земли подставит. Захватили, ну. Которые строят дачи, а не то, что до этого было, за 90-е еще советская власть была. Он что дальше? А закон обратной силы не имеет. Даже это и то говорит неправильно. Я с Яном обо всем говорила. Нельзя. У него ничего нету, ничего. Ты что лезешь? Он куда, в конце сказал, куда лезешь? Я не сам. Сидеть. Я только подписываю документ. Сидеть. Хорошо, молодец. Ой, умница такой. Ну не отвлекайся от этого, собака. Ну что, я все это понимаю. Что ты мне это объясняешь? Я тебе объясняю. Я с тобой не сужусь. Чтобы ничего. Ты знал, как молиться о чем. Ни, на их стороне ничего нет, кроме злобы бесовской. Нету ничего. Ну давайте, сломали, они куда-то увезут отсюда? Нет, будут торчать только, лежать балки. Больше вокзал ничего. Сломали, куда увезли? Никуда, куча кирпичей лежит и все. И все. Ну и все, что здесь говорит? Ну, вокзал был нормальный, хороший вокзал.
было, сломали, потеряешь, когда взял, сломали, тоже куча кирпичей лежит, никуда не увозят. За год зерно было, какие стояли, все сломали, здесь что, сейчас стоит там это. И ну что-то, кто-то как-то где-то. Да где-то. Но здесь они как, они говорят, где-то. Пустующее здание делается пристанищем разных бомжей. У нас-то и этого нету. Ну какие бомжи, только воробьи могли бы там. Это они так говорят. Ну они говорят, что они говорят. Сейчас говорят. Почему пустующее здание вызывает такое недоверие государства? Люди, которые жили в тайге, дан указание НКВД было, уничтожить и сжечь всех, чтобы японские шпионы там не были. Ну, ни одного шпиона не было, а эти люди оказались на улице, сожгли среди зимы. Специально отряды были посланы от НКВД. Понятно, ладно, все, идите своим путем. Давайте. Пойдем. Некогда мне с вами, ваши не перепутаются. Сейчас я... Все, Володя, свободен. Все, ага, слава Богу за все. Во, Игнатий Иванович, вон батюшка, смотрите. Что? На антенне у вас кто сидит? Кто там сидит у меня? А вот, посмотрите. Вон, смотрите, вон. Красавец. Кто там? А, да, это он местный. Что там? А это коршун. Он местный, он всегда здесь сидит. Это его место. Он требуху ждет от овечек. Нету пока. Нет. Так, надо поехать, слышишь? Алло, красную все. Краску купили. Угу. Там прокрасить.